Ребят, всем привет. Сегодня вот решил показать. Записывал сделку в лонг в пробой по сишке. Но вот тут прям даже три сделки в одном видео получится посмотреть. Вот первая сделка, она сейчас закроется. Я в шорт изначально стоял по сишке. Не вспомню уже, почему вставал. Наверное, потому что там по валюте вот небольшие плотности есть в стакане. И есть граница. Вот по сишке это 550-570, от которой в этот день уже раз, два, три, четыре раза отскакивали, на пятый раз подходим. Вот изначально, значит, я решил здесь в шорт встать, стою вот на 4 контракта, по-моему, сейчас чуть позже буду добавляться в шорт буду как раз таки, но основная сделка, забегая немножко вперед, скажу, что она будет в лонг, в пробой все-таки этой границы, вот этой незримой. А, вот я закрылся. Закрыл, да, у меня там уже мега лось, я вот вспомнил. Ну, это записывал я где-то неделю назад, может, чуть больше. Это я уже в хорошем лосе. И начинается цепная реакция из сделок. То есть надо обязательно куда-то залезть. И вот я решился закрыть шортовую позицию, вот, и решил зайти на пробой. Зайти на пробой трудно, ну вообще в принципе, да, заходить на пробой по сишке трудно, но вот еще труднее это признать, что ты ошибся в шорте, закрыться и перевернуться в обратную сторону. Вот мне кажется, что вот все-таки, ну видимо, я изменил свою точку зрения и решил попробовать взять потенциальную сделку. Вот видите, я зашел на 6 коней. 2 коня я сейчас, по-моему, скинул в ноль, потому что начал утаскивать небольшой минус. И вот сейчас опять добавил один контракт, еще добавил в пробой уже прям. Я вижу, что подставляют, подпихивают в стакан. И сейчас в сам пробой буду еще добавлять. Вот, смотрите, 5 контрактов сейчас в позиции. Да, кликаю. Я очень редко так делаю. Я так научился делать вот спустя почти 3 года только торговли. Добавляться в пробой. Я, то есть, не умел это делать. Я в пробой, в принципе, очень редко захожу. Я если захожу, то просто одним объемом встаю. И стараюсь стоять. Там, ну, могу перетянуть лося, подождать. Но вот добавляться в сам пробой, я знаю, что всегда так делали более опытные ребята, но вот первые 2 года торговли просто-напросто я не понимал, как это делать. И вот в последнее время немножко сам начал так практиковать. Вот вкатывают в ноль эти, эта позиция. Так, что я тут делаю? Неужели я тут начну... Ага, скинул одного коня. Скинул. И все, короче. Вижу, что опять идет пробой. Накликал еще 4 контракта. Прям вот опять в непосредственный пробой. И стою на 8 коней. Но рабочий объем у меня по сишке сейчас на данный момент вообще 12 контрактов. Вот, но даже с этими добавлениями 8 это не рабочий получается. Но для пробоя это большой объем для меня. Тем более в минусе это вообще рисковая сделка. Ну, мне просто уже, знаете, когда в большом минусе, я думаю, вы сами знаете, там уже чувство страха не работает. Ты начинаешь залетать, добавляться, если в отскок, то усредняться. Вот сейчас я надобавлялся в пробой, и слава богу, он пойдет, этот пробой, с 5-го, получается, подхода к этой границе. Тут айсики, ну, как всегда, встаешь в пробой, а тебе мешают айсберги по валюте, всякие плотности начинают появляться. Кто-то бьет против тебя по рынку, ну, это закон такой. Либо ты просто начинаешь обращать на это внимание, на все то, что появляется против тебя, поэтому придаешь этому значение. Тебе кажется, что в моменте всегда все карты против тебя. Вот там по валюте нам мешает айсберг. В него налили уже 12 тысяч, 13. И я, конечно же,
стою в надежде, что его сейчас пробьют и будет импульс. И тут как раз-таки будет перехайчик локальный такой, локального уровня. Вот, и я надеюсь на быстрый прирост профита. Из-за чего? Из-за паники шортистов. Из-за паники шортистов, которые до сих пор уверены и стоят в шортовой позиции. То есть они начнут, ну, пробой этого, собственно, почему и происходит. Во-первых, потому что добавляться в пробой кто-то начинается, а во-вторых, из-за того, что паникуют шортисты. Вот он пошел, пробойчик. И пока даже часть не скидываю, потому что мне нужно лося отбивать. Вообще самые крутые сделки получаются, ну я не знаю, как у вас, у меня лично, когда вот именно когда ты в минусе. А еще лучше, когда ты в... Это, конечно, не лучше, но для хороших сделок лучше, когда ты в хорошем минусе. Тогда прям сделки вытягиваются хорошие. Но я здесь я не скажу, что я вытянул супер какой-то профит. Сейчас я сам освежу память. Посмотрю, сколько я здесь вытянул. Ну, по-моему, начну крыться, там, может, плюс 60, плюс 80, и плюс 100 с чем-то я закроюсь, по-моему. Слишком уж. Я никогда в пробои, вот в такие, прям там, больше 100-150 пунктов, ну, не тащу, потому что вот в этом месяце, в прошедшем, что у нас было, август? В августе было, я заходил в пробой и видел 150-200 пунктов, думал, что дальше пойдет, потом все вкатывало в ноль, приходилось закрываться в ноль. Это очень неприятно. Вот он дальше пропихивает. Потом вышли за вот эту отмеченную там границу локальную. И вот сейчас я начну скидываться по частям. Пробои вообще вещь такая нервная. Ты чуть зазевался, и все, у тебя весь профит может вкатить просто в ноль за считанные секунды. Ты его ждешь несколько минут, а вкатывает он за несколько секунд. Там такая хрупкая субстанция. Пробои. Вот, и после пробойчика, после этого, там еще будет одна, так сказать, бонусом в это видео я решил оставить. Сделка еще одна будет небольшая, в отскок. Извинись. Вот, будет сделка в отскок. Я ее не стал обрезать. Думаю, зачем обрезать, покажу тоже ее заодно. Ну, может, кому интересно будет. Она там такая быстренькая будет в шортец. Но она будет обрезанная. То есть она, по-моему, случится попозже этого пробойчика. То есть видео оно как бы будет, так сказать, перескочит во времени. Ну, это чтобы не растягивать, не делать часовое видео. Я его всегда. Ну, вот сейчас, кстати, оно ускорено в два раза. Всегда ускоряю видео в два раза, как минимум. Потому что, ну, длинные очень выходят иначе видео, и вам будет скучно смотреть там по 20, по 30 минут. Да и я сам бы не захотел смотреть видео, которое длится там 30 минут. Вот, где-то я сейчас буду закрывать оставшуюся часть. Я уж не помню, честно говоря, сколько эта сделка даст в итоге. Там, додержал, не додержал, сколько не дозаработал, не помню. Я редко такое высчитываю. То есть, если постоянно зацикливаться на том, что ты взял, а сколько не довзял со сделки, ну то просто можно с ума сойти. Реально. Это тебя будет расстраивать. Я раньше, да, ну, там, первый год, полтора, может, чуть больше. Постоянно, да, расстраивался, что вот взял там 40 пунктов, а она дала 300 пунктов. Даже выписывал, вел статистику, что, ну, сколько сделок там недозарабатываешь. А сейчас как-то это делаешь интуитивно. Иногда хорошее получается вытащить. Иногда ты видишь, что
Ну, допустим, да, ты видишь 60 пунктов профита. Ну, да, я все про сешку, давайте буду говорить. Видишь 60 пунктов профита. Вот, кстати, перескочило видео. И вот тут я на 12 коней, на рабочий объем, по 780 зашел в шорт. Там как раз кластер такой красненький по валюте нарисовался. И я готов крыться за вот ту вот плотность небольшую, там 3000 контрактов, которая по нулям стоит. И тут сразу начинаю закрываться, плюс 30 пунктов. Половинку скидываю, плюс 30 пунктов, и смотрю дальше на реакцию. Если мне дальнейшая реакция не нравится в этой позиции, то я буду скидывать и вторую часть, без сожалений. Вот, вижу плюс 40. Начинаю скидывать. Два контрактика еще скинул. Вижу, что паники нету. То есть профит. Ну, в принципе, вот. Взял 40, 30, 40 и 50 пунктов. И там начинается бешенство какое-то по валюте. Вот, кстати, видео подходит к концу. Вот такие три сделочки получились. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии, если хотите.